Фестиваль общения «Лампа» набирает обороты, и самое большое событие состоится уже в конце этого месяца, июня. В этом году уже состоялось сразу несколько мероприятий, которые стали как бы разогревом перед самим фестивалем. И участниками этого фестиваля уже не первый год по традиции становится и наша редакция «Русского вещания». Давайте вспомним о том, как проходил один из разогревов «Лампы». Проходил он в Пурциэмсе, там побывали и мы с коллегами. Побывал и наш коллега Эвел Дукуль, который снимал об этом репортаж. Дебаты, которые впечатляют, дискуссии, которые просвещают, выводы, которые ослепляют и идеи, которые поражают. Так описывают свое мероприятие организаторы фестиваля общения «Лампа», который стартовал в 2015 году. На одном из последних мероприятий во время дискуссионного ринга встретились известные латвийские блогеры и журналисты «Русского вещания» латвийского телевидения. Телевидение, ну скажем так, омолодится, переформатируется, в какой-то степени интегрирует в себя вот этот формат видеоблогов, Ютуба, Инстаграма, каким-то образом попытается себя вот этим наполнить. У него есть шанс на выживание? Нет, на самом деле, ты знаешь, я думаю, что должна быть какая-то граница. То есть, ну, вот нельзя взять личное дело и переделать его в какой-то стёб. Потому что достаточно серьезные вопросы поднимаются. То есть есть передачи, которые обязаны иметь телевизионный формат. Вот такой, какой он есть. Это какой-то круглый стол, обсуждение, дискуссии, когда приглашаются специалисты. Ты при желании не сделаешь это быстро, динамично, пятиминутно. Потому что это будет несерьезно. В ходе общения между блогерами и журналистами выяснили, кому принадлежит будущее – интернету или телевидению. И почему ютуберам сложнее уйти на телевидение, чем телевидению поменять формат на приближенный к интернет-среде. Интернет пытается пройти на телевидении, но мне кажется, интернет на телевидении не переживается. Почему-то у людей, которые на ютубе отлично смотрятся, их интересно смотреть, и это невероятно увлекательно, когда они собираются вместе в телевизионной студии, их смотреть скучно. Что СМИ требуют? Быть первыми. Интернет всегда будет быстрее телевидения, потому что для того, чтобы сделать ту же новость, ты должен ее съехать, снять, и по-любому ты ее покажешь в 7 вечера. А интернет может ту же новость показать через 3 минуты. Просто ты на фотку написал какой-то комментарий и запустил. Фестиваль «Лампа» — это живое общение и понимание друг друга. Обсуждение — это начало любого действия, а задача у всех общая — сделать жизнь в Латвии лучше. Следующий фестиваль «Лампа» состоится 30 июня и 1 июля в Цесисе. Эвалд Дукуль, Андрис Скангалс, Латвийское телевидение.